Здравствуйте, в эфире прогноз погоды. Ученые изобрели новое транспортное средство – дендроход. На такой машине можно проехать по кронам деревьев, как по дороге. Внешне она напоминает автомобиль-внедорожник, только вместо колес у него шары. А содержащийся в них газ легче воздуха, что и позволяет плавно нести дендроход поверх крон деревьев. 9 марта на полуострове условий для образования дождевой облачности не будет. Ожидается теплая и безветренная погода. Далее предлагаю узнать подробнее. На западном берегу переменная облачность, без осадков. В Черноморском температура воздуха днем плюс 12, ночью плюс 7. В Евпатории и Саках облаков в этот день наблюдаться не будет. Дождя тоже не будет. Днем плюс 9, ночью 7 градусов с отметкой плюс. Ясная, солнечная и сухая погода будет в Севастополе. Температура воздуха днем составит 14 градусов тепла, ночью плюс 8. В Бахчисарае солнце щедро одарит нас своими яркими лучами. Без осадков. Дневной максимум 17 градусов тепла, ночной плюс 4. На южном берегу на небе не будет ни облачка, дождя тоже не будет. Температурные показатели в Ялте и Алуште днем плюс 18, ночью 14 градусов тепла. В Феодосии и Судаке весь день солнечно и сухо, днем плюс 13, ночью 12 градусов с отметкой плюс. В Керчи, несмотря на пасмурное утро, день обещает быть ясным, дождя не будет. Днем 13 градусов тепла, ночью плюс 10. В северной части Крыма облачно с прояснениями, без осадков. В Джанкое и Красноперекопске днем плюс 15, ночью плюс 6. В Армянске преимущественно облачно, осадков ждать не стоит. Днем 10 градусов тепла, ночью плюс 6. В центральной части Крыма и Симферополе переменная облачность, без дождя. Днем 18 градусов тепла, ночью плюс 6. Такой погода будет на полуострове 9 марта. И помните, главное, весна не на календаре, а в душе. Берегите себя. Оставайтесь с нами.